Только что вышла. Здесь из миски. Из миски клюет белый петушок. Я смотрю, что-то не то. Говорю, а где Диоген? Саша говорит, это же Диоген. Я говорю, да конечно. У Диогена он лапки желтые, а у этого голубые. Короче, мальвину он эту выпустил. С голубыми ногами. Они же одинаковые. Клевать из миски. Подобрать мусор весь. Вот. Что это такое? Меня не обманешь. Сухо так сегодня очень. Душно. Сейчас буду заливать опять смородину. По ведру минимум под каждый куст. Все горит. Ночью градусов 15 было, сейчас опять под 30 прет. Да и не тихо как-то сегодня. С самого утра вокруг разные звуки. Сейчас с папой съели полкаунчика. Вчера покупали. А кожица петушкам. Вырезают прям всю. Дочисто. Понравился им арбузик. Скажите, Таня, нахрена тебе опять эти караси? В морозилке ж лежит еще. Пакет лещей лежит. Я не могла. Не могла. Эти какие огромные. Как две моих ладошки. Дела. Рыбаку трудно отказать. Да еще утром. Когда спросонья. Для вкусной ливерной начинки надо взять побольше лука. Вот. Обжарить его. Потом добавить печеночку. И все вместе провернуть с вареным легким. Легкие я охлаждала прямо в бульоне. Они тогда не такие сухие. Плотненькие. Так, печенку я прокручу сейчас вместе с луком в наш фарш. Сегодня у меня говяжье легкое, оно поплотнее, чем свиное. Вот, ничего сложного нет. Начинка обалдеть какая вкусная. Никто не догадается из чего. Очень даже бюджетно. Дошла очередь до моего двора. Такая машинка. Накопали такую ямку у меня. Ирон, собачья лапа. Руанчик. Харя. Рональд. Такая машинка.
подрезать поострее, да? Идем по графику. А тем временем, пока я занималась ремонтом дорог, мне подошло тесто. Начинка есть, весы есть, масло разогревается. Это много. Я делаю по 70 грамм. Вот. Вот. 70 грамм наш размер. Сейчас быстренько их все наформирую, пока масло греется. А то сосед уже заждался пирожков. Мы занимались дорожными работами сегодня. Из этого количества теста у меня 25 пирожков получается. Все лепим. Такой сегодня день сумбурный. 1 сентября. Все, пирожки заканчиваю жарить. Последняя сковородка. Эти пойдут по назначению. Еще ушли одни. Все неожиданно сегодня. Ну, вот еще сколько осталось. Нормально. Сейчас за раз наемося, как говорят. Кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Тихой, спокойной ночи и уютного вечера. Несмотря ни на что. Все будет добро. Это постскриптум. Вот такие пирожочки внутри. Я уже не выдержала, половинку уже сгрызла.